Беспрецедентный метод лечения рака вот уже 8 лет используют врачи Национального научного медицинского центра в Астане. Аналогов ему нет во всей Центральной Азии. С помощью HIFU-терапии продолжительность жизни пациентов увеличивается в разы. За эти годы лечения прошли около 1500 человек. Многие едут в казахстанскую столицу из-за рубежа. Елена Шрайбер об уникальном методе лечения онкозаболеваний. Эта установка называется HIFU. С ее помощью без разрезов можно удалить раковую опухоль. Зараженные клетки сжигают при температуре 80-100 градусов, не повреждая здоровые. К тому же пациент гораздо быстрее идет на поправку. Наш пациент на второй день, он встает, чувствует себя комфортно. И фактически нахождение в клинике мало дней. При первичных раках печени выживаемость есть и 8 лет. Вот. При альвеококозе, если до внедрения смертность достигала 80%, вот, пятилетняя смертность, у нас пятилетняя выживаемость 80%. Уже 40 лет Суиндык Иманкулов помогает онкобольным. Технологию HIFU-терапии врач привез из Китая 8 лет назад. За это время спасти удалось 1400 пациентов. И это при том, что по этой методике в медцентре сегодня оперируют только 3 врача. Самому молодому из них 28 лет. Это самый передовой лечебный аппарат 21 века. Им пользуются в 23 государствах. Например, в Казахстане начали пользоваться в 2010 году. На тот период аналогичный аппарат был только в 13 государствах. HIFU-терапией среди стран Центральной Азии пользуются только в Казахстане, и то только в Национальном научно-медицинском центре. Потому неудивительно, что даже заграничные больные приезжают лечиться именно сюда. В среднем одна такая операция стоит около 450 тысяч тенге, но для казахстанцев по квоте ее делают бесплатно. Елена Шрайбер, Назирке Абдрахманкызы, Адельгазы Тулемыс, Хабар 24, Астана.